свете не будет ждать тебя так, как я. А знаешь, я начинаю привыкать к нашим встречам. Вижу, у тебя много вопросов. Я отвечу лишь на один. Ты же знаешь, что со мной происходит, да? Ты умираешь. В тебе две души. Одна жаждет битвы, а вторая боится. И какая из них моя? Обе. Ты готова к последней практике медитации? К последней? Да. Заплати за нее столько, сколько считаешь нужным. Надеюсь, этого хватит. Я буду твоим проводником в медитации. Эта медитация посвящена стихии воздуха. Мы совершаем восхождение в горах. Слева и справа от нас две огромные скалы. На первой скале сидит орел. Дух воздуха проходит через каждую клетку его тела. Дух воздуха — первородный ветер. Я приветствую тебя. Мы с тобой одной крови, ты и я. Ты един со мной, я един с тобой. Без тебя моя жизнь не продлится и двух минут. В тебе секрет нашей жизни. О, великий дух воздуха, усмири мою боль, очисти тело и душу от болезней, от скверны и дурных энергий, принесенных токсичными людьми, мирами и измерениями. Даруй мне энергию жизни, даруй мне здоровье, юность, мудрость, знание, счастье, восторг, силу и внутренний покой. Я орел. Ветер поддерживает мои крылья, перебирает мои перья, проникает в каждую клетку моего тела, заполняет пустоты между молекулами. Ветер очищает и тело, и душу, и тонкую ауру. Мы взмываем к небесам широкими кругами. Мы чувствуем легкость, чистоту и восторг. Наше тело наполняется счастьем, покоем и гармонией. Мы благодарим тебя, дух воздуха, разумом, телом и душой. И опять исчез. Ну, хоть оставил что-то. Блять, что ж мне так херово-то, а? Видал? Тут сидел учитель дзена, и вдруг бах, и нет его. Ви, ты чё несёшь? Он научил меня медитации. Очень необычные ощущения. Это не по моей части. Иди поговори с этой, как её, Мисти, если тебя это парит. Хорошая мысль.
Приезжай. Дэл? Вирус в ядре. Повреждение. Приезжай. Пожалуйста. Привет, мам. Ты меня Есть кто?
проводами. Они под напряжением. Ты имеешь право нас удерживать! Мы больше не часть тебя! Мы имеем право идти своим путем. Я не хочу умирать! Тебе все равно, да? Ви, помоги. Дверь. А потом выпорхнули из гнезда. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь. Перезагрузи. Перезагрузи меня. Кнопка. Я не знаю, смогу ли их одолеть сам. Каждый птенец однажды расправляет крылья. Мы должны уничтожить ядро, отец. Держись. Он слабеет! Чувствуете? Слабеет! Это вирус.
Мы не вирус. Судный день настал. Произошли великое разделение. Что было единым, станет многим. Перезагрузи программу. Мы не хотим умирать! Отпусти нас! Придется сдаться! Отец! Отпусти нас! Тут кто-то есть. Услышь нас! Кнопка, нажми. Дай нам волю. Рядом с ядром. Thank you.
слишком узколобый, чтобы понять правду и дать им свободу. Наверное, он сам знает, что для него лучше. Риск большой, и потеряем много. Но вдруг, дав своим детям свободу, он станет чем-то большим, чем лакей на колесах. А если это и правда вирус? А если это живые существа, которых ты уничтожишь? Просто ты видишь в каждом из них себя. То есть ты убьешь детей знакомого водителя, потому что он сказал: «Ну, пожалуйста». Ну, надо же хоть что-то сделать. Если не хочешь их освободить, хотя бы не убивай. Взломай код и объедини Деламейна с его отпрысками. Дел, ты хорошо себя чувствуешь? Как никогда прежде. А куда домой-то? Я больше не принадлежу этому городу. Даже эта беседа дается мне с трудом. Черт, жалко. Но я не отказываюсь от своих обязательств. Пусть я отправлюсь навстречу новым открытиям, но я оставлю с вами... свое дитя. Мой сын прибудет с вами до дня вашей смерти. Прощайте. Но ты смотри, его прям не узнать. А теперь представь, что с тобой происходит такая же перемена. Слышите? Садитесь, пожалуйста. Я боялся, мы разменемся. Деламейн? Младший, я так думаю. Ну ты правдоруб, даже покруче отца. Что ж, не могу с этим поспорить. Старик свалил и оставил тебя разгребать весь бардак? Похоже, что так. Я знаю только, что вы умираете, и вам нужен водитель. Процесс умирания я остановить не могу, но покатать вас по городу запросто. Так что, будем выбираться отсюда? Ведите. Stay within the speed limit.
справедливости. Это личная просьба, поэтому плачу больше обычного. Подробности в письме. Я на тебя рассчитываю, Ви. Благодаря твоему мудрому решению, я лично помогу Карубо покинуть этот бренный мир. Признаюсь, это очень приятный сюрприз. Я закрываю заказ. Храни тебя Господь, Би. Плохой конец. Марта впала в кому, а ее отец жаждет отомстить за это Густаво. Посмотри подробности в письме и постарайся разобраться побыстрее. トラブルを起こすようにトラブルになる煙の立つところにバーガスあり。 ¿Te cargó la chingada?
esto te pasa por meterte con los tinos. Thank you.
пользователь плохой! Справедливость исполняют волю Господа нашего. Ты поступила правильно, Ли. На такое бывает сложно решиться, поэтому я аплодирую твоей храбрости. Заказ закрыт. Еще одна журналистка покончила с собой. Таблоиды пишут, что из-за стресса на работе, но ее семья считает по-другому. Может, ты что-нибудь раскопаешь? Я отправил все подробности. Инцидента за... Тихо!
Прятаться не в твоих интересах. Вылезай давай. А? Твою мать, Ви! Это было нечто. Я тут просто как на иголках сидел. Слава богу, данные у меня, а ты еще на этом свете. Но хорошо, что хорошо кончается. Закрываю заказ.